Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы попробуем сделать ачивку Голодный Лил Критер. Лил Критер, как написано, я даже не знаю, Hungry Lil Creature. Почему, как перевели Лил Критер, как просто Лил Критер, имя, собственно, даже не знаю. Нам подойдет, наверное, уровень чудовища Стикенштейна. А все почему? Потому что тут есть вот этот огород. Этого кролика, наверное, придется немножко убивать. А зато вот этого кролика надо очень даже не убивать, а заставить съесть всякие вкусности, которые тут должны вырасти. Как бы, правда, тут молния его не ударила, да. То есть тут можно рисовать одно большое облако. Ну, если вы помните прохождение, это то место, где в огороде можно, если все вырастить овощи, то получится пазл. Мы сможем достать пазл. Вот, и кролик начнет это все жрать. Ну, иногда надо его как бы туда слегка подталкивать. К этим всем овощам. Ну вот, собственно, и все. Правда, это наглое чудовище сожрало цветочек у пчелки. Оно как есть. Ачивка исполнена, кролик достиг максимального размера. Ну, самое время его куда-нибудь подавать на стол. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Всем пока.